Доброе утро! Это рубрика «Красивые и смелые». Я стилист Наталья Тюнина и отвечу на все ваши вопросы. Могут ли народные рецепты для лечения волос быть эффективными и безопасными? Да, могут, так как в народные рецепты входят натуральные продукты, такие как масла, различные травы, даже может быть горчица и соль. Но если вы используете народные рецепты, делайте это с осторожностью. Не путайте кожу головы и длину волос. Ни в коем случае то, что предназначено для волос, нельзя наносить на кожу головы, так как вы можете спровоцировать выпадение, либо истончение волос. И то, что предназначено для стимуляции роста волос, может просто нарушить сами волосы и испортить их качество. А сейчас мы переходим к практическим советам. Слово парикмахеру-стилисту Евгении Семенякиной. Меня зовут Евгения, и сегодня я вам покажу, как применить небольшую хитрость и нарисовать красивые и ровные стрелки. Для этого вам понадобится обычный лейкопластырь и любое любимое средство для стрелок. Лейкопластырь наклеиваем по той форме, какую бы вы хотели видеть стрелку. Далее берем наше средство и прорисовываем стрелку по контуру лейкопластыря. Длину выбираете для себя сами. Прорисовали. И от кончика проводим параллель по контуру глаза. И затушевываем толщину стрелки. Можете выбрать такую, какую вам захочется. После чего убираем наш лейкопластырь и кончик делаем более тонкий. Желаю вам хорошего дня. Будьте красивыми и смелыми. Индивидуальный подход и высококлассный прием от команды профессионалов студии красоты Натальи Тюниной. Мы знаем и с радостью подскажем вам, как выглядеть стильно и достойно. Студия красоты Натальи Тюниной. Братьев Кашириных, 157. Телефон 750-28-22.